Спасибо большое. Спасибо. Мы в Херсон... Извиняюсь, я просто уже говорю о следующем исполнителе. Приехали не одни, так получилось, что с Сережей мы на одном из фестивалей выступали вместе в один день, и это было в Херсоне, и мы сами из Николаева, но в Херсоне мы играли с моим хорошим другом, которого зовут Антон Мороз. Он играет на аккордеоне, электроаккордеоне и на мелодике. И Сережа очень понравился этот наш совместный херсонско-николаевский проект. И уже на том фестивале он предложил мне: давайте приедете к нам на фестиваль. И вот вы знаете, мы решили нашу такую, скажем так, бендовую программу немножко разбавить, внести в нее элемент лирики. И сейчас на эту сцену выйдет мой хороший друг, мой однокурсник, с которым мы вместе учились, Антон Мороз. Антон очень скромный парень. Но я уверен, что его творчество, его искусство, то, что ты ходишь, я не могу понять, вам понравится. Антон Мороз — лауреат многих джазовых конкурсов и один из, скажем так, немногих исполнителей, чье искусство на этом инструменте доставляет много радости на джазовых конкурсах. Думаю, вам понравится. Мы будем играть разную музыку. Если можно, я микрофон с собой возьму. И первая композиция, которую мы исполним в квартете, она называется «French Touch». И написал, и сыграл ее Ричард Галена. А Антон ее с нами сейчас повторит. Thank you.
Спасибо большое. Это был вальс. А следующее мы сыграем композицию композитора и хорошего, и прекрасного джазового исполнителя Рэя Обиедо. И называется она «Крис Кросс». Thank you.
Спасибо. Следующая композиция абсолютно по жанру не свойственна аккордеону, а все-таки она есть, называется «Мистер Клифтон». И я думаю, вы поймете, почему я так сказал, что она не свойственна аккордеону по тому жанру, который мы исполним. Thank you.
Спасибо. Сейчас мы окунемся немножко в другую атмосферу, добавим немножко лирики. Антон вроде бы неплохо играет на аккордеоне. Ну, кроме этого, он еще играет и вот на таком инструменте, непонятно, то ли он клавишный, то ли он духовой. Многие его по-разному называют. Так он называется, мелодика, насколько я помню, правильно? Вот, и исполним мы лирическую вальс-балладу, которая называется «Солей», что в переводе с их языка называется «Солнце». Thank you.
Спасибо. Вы знаете, хочется вот, несмотря на вот такой лирический момент, сказать большое спасибо людям, которых обычно не видно на любых мероприятиях, они всегда незаметны, но эти люди, от которых очень много зависит. Давайте сейчас подарим свои аплодисменты звукорежиссерам и техникам, которые трудятся над тем, чтобы все здесь звучало. Это три скромных парня, которые, два Сережа и Паша, которые реально делают чудеса. Мы приехали буквально вот за 2 часа, и они смогли, ну, совершить чудо. Мы много где ездим, выступаем, но спасибо вам, ребята. И я хочу сказать, что... Да, можно и подарить аплодисменты. Я хочу сказать, что на самом деле и это видно и слышно, вот когда смотришь трансляцию, тоже, ну, получаешь удовольствие от звука. И обычно все говорят, да, типа на записи не то, на концерте было хорошо, а на записи все плохо, это виноват звукорежиссер. Но у вас звукорежиссер не виноват, а вообще молодец он. И поэтому просьба к звукорежиссеру, вот у нас вот эта штучка, сделайте то, что мы говорили с ней на саундчеке. Мы исполним композицию, которая, даже не буду объявлять ее название, она уже звучала на этом фестивале вчера, но мы решили, что ну как-то аккордеон и не исполнить хит всех времен и народов. У нас свой взгляд на эту композицию. К ней мы добавили вот эту вот штуку, которая называется кахон. Это перуанский инструмент, похож на скворечник. Там сзади у него отверстие, сидит на нем... Тоже человек, как бы вроде непонятно, что он делает и зачем, но надеюсь, в течение этой пьесы вы поймете, что к чему. Поехали.
Спасибо большое. Виталий, бей ударные.
Игорь Крикунов, перкуссия и кахон. Андрей Кузьмин, бас-гитара. Антон Мороз, аккордеон и мелодика. Спасибо большое.